Экологи впервые после обработки лесов от шелкопряда проверили, как подействовал препарат. Всего на борьбу с вредителями в Томской области было выделено 500 миллионов бюджетных рублей. Сейчас обнаружить живого вредителя на отдельных участках уже практически невозможно. 3 недели назад специалисты провели обработку на территории в 460 гектаров. Результат экспертов удивил. Поражено от 75 до 98% шелкопряда. Большинство гусениц уже мертвы, и даже те, что еще есть на дереве, не представляют опасности. Специалисты уверены, обработка действительно спасла лес. Выжить могут и пораженные деревья. Впрочем, осенью необходимо сделать еще одну обработку, чтобы подавить новое поколение гусениц.